Всем добрый день! Вы на канале вязания от Ангелины Азимок. Сегодня хочу показать вам, как связать самые простые следочки. Меня часто просят связать такие, как для начинающих, чтобы каждый мог сделать, каждый мог повторить. И сегодня мы их свяжем. Можно для себя, можно на подарочек. У меня вот такие замечательные слонимские ниточки, которые мне предоставила Ирина Мальцева, группа ВКонтакте. Ссылочку я обязательно дам. Расход на эти следочки, вот у нас в 50 грамм, мы свяжем пару. То есть расход очень небольшой. Вот. Ирина занимается продажей. У нее вот есть такие интересные открыточки, что все нормальные спят, а я, как обычно, вяжу. И мы с вами будем вязать. Я взяла крючок номер 4. Слонимскую ниточку я взяла, вот смотрите, здесь 4, да, ниточки. И из центра еще достану, и у меня будет 8. То есть 8 сложений. Берем с вами нить, кольцо. И наша задача, немножко, не до конца затягиваем, а вот немножко, 3 воздушные петли подъема, и наша задача провязать еще 14 столбиков с одним накидом. За счет того, что я сделала 8 сложений ниточку, получаются такие тепленькие домашние следочки очень нежного цвета. Расцветки смотрим у Ирины в группе. Постоянное обновление, а обязательно скидочки вам будут, если вы скажете, что пришли от меня. Вот, набираем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Затягиваем нашу ниточку, чтобы в центре у нас не было никаких дырочек. И считаем 1, 2, 3 в третью петлю. Закрываем. Набираем 3 воздушные петли подъема. Теперь наша задача немножко меняется. Мы должны провязать в каждый столбик 2 столбика. И у нас должно получиться ровно 30 столбиков с одним накидом. Это мы будем делать только один раз, а потом будем просто вязать по кругу. Вот, набираем и считаем 30 столбиков. 30 столбиков провязали. Находим третью петельку первого столбика. Соединяем. 1, 2, 3 воздушные петли. Поворачиваем. Мы будем вязать по кругу, но поворотными рядами. То есть круг связали, повернули. Круг связали, повернули. Для чего? Потому что, когда мы с вами подойдем к щиколотке, мы будем вязать по кругу, по кругу, по кругу. К щиколотке подойдем, и нам нужно будет вязать туда и обратно. И тогда узорчик будет разный. Это во-первых. Во-вторых, для того, чтобы шов не косил, как правило, нужно вязать поворотными рядами, и тогда шов будет очень ровный и аккуратный. Вот наша задача — вязать в круговую. Вот мое начало точно такое же. В этом ряду я добавила и начала вязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 рядов я вязала просто ровно. По кругу. Ничего не добавляя, не убавляя. 9 рядов. И мы точно так же с вами вяжем 9 рядов по кругу, каждый раз меняя направление. Довязали, повернули, довязали, повернули. Поворотными рядами 9 рядочков вяжем. Довязали наш последний 9 либо 10 рядок. Это надо мерить. Круговые ряды связали, померили, и теперь вяжем вот эту часть, то есть вяжем
не в круговую, а ряды туда и обратно. Я распределила, у меня 30 петель, я 10 оставила впереди, не стала их довязывать, а 20 я вяжу. Каким образом, да? 1, 2, 3. То есть мы также, как вязали, разворачиваемся и вяжем. Я уже развернулась, и вяжем в другую сторону. Провязываем 20 столбиков из 30. Вяжем, вяжем, вяжем. 16 у меня, 17, 18, 19 и 20. Вот. Это у меня будет подошва, а впереди оставила 10 столбиков. И поворачиваем 1, 2, 3 в обратную сторону. 3 воздушные петли подъема и вяжем в другую сторону. Вот. Прямым вязанием нам нужно связать до конца пяточки. Так как размер ноги у всех разный, то значит надо вязать и прикладывать. Смотреть, хватит вам до конца пяточки или нет. Вяжем туда и обратно таким полотном. Я провязала, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядов. И потом делала шов. 9 рядов вяжем ровно. Провязали прямым вязанием еще 9 рядочков. Складываем наизнанку. Находим нашу третью петельку и соединяем. И теперь смотрите. Сшиваем петля в петлю. То есть с одной стороны и с другой стороны. У нас есть петелька, вот она. Вот. Соединили. Опять с этой стороны петелька и с той стороны. Прошиваем. То есть наша с вами задача сделать такой хороший, аккуратный шовчик. Так, тут немножечко меня не зацепилось. То есть надо обязательно прошиваем. С двух сторон подтягиваем в петельку. Так. И еще одна петля у нас останется. Вот у нас две петельки. Мы их выровняем. И я предлагаю перевернуть и еще разочек прошить, потому что пяточка, мы сами знаем, она чаще всего расходится, чаще всего рвется. Поэтому, и опять же, чтобы ниточку не отрезать, которую всегда жалко резать, идем в обратную сторону, прошивая точно так же. Так, у меня ниточка, крючок где-то потерялся. Прошиваем. Так, еще и еще немножко остается. Прошили. Теперь так. Тороплюсь я, да? Вот. Прошиваем. Выворачиваем. Смотрим, хороший у нас шовчик такой. Толстенький, хороший. Делаем воздушную еще одну петельку. И смотрите, у нас получаются вот такие боковые столбики. Мы вяжем, делаем обвязку. Два полустолбика за каждую боковую петельку, ну, за каждый боковой столбик. Обвязку делаем круговую. Вокруг всего следочка. Для того, чтобы немножечко поднять его. Вот, то есть у нас вот такой кружочек есть. Во-первых, это будет более красиво смотреться, обвязка. И немножечко поднимем. То есть два полустолбика вяжем за каждый боковой столбик. Вязали столбиками. Доходим до нашего первого столбика. Присоединяемся и вяжем
еще одну обвязку. 1, 2, 3 воздушные петли. Один полустолбик пропускаем, а через петельку делаем соединительный столбик. 1, 2, 3. Пропускаем один столбик, а через столбик. 1, 2, 3. Один пропускаем, а в следующую петельку за две дужки прям соединительный столбик. 2, 3. То есть мы делаем такую небольшую буквально. 1, 2, 3. Обвязку как украшение. Один пропускаем. 1, 2, 3. Столбик пропускаем. 1, 2, 3. Один, два, три. Пропускаем. Один, два, три. И вот так вот. 1, 2, 3. Пропуская один столбик. Хотела показать полустолбики. Там, где вот у нас было прямое полотно, я вязала в каждый столбик полустолбик. То есть не там, где у нас боковые шли, а там, где прямые. Там уже, соответственно, 1, 2, 3 вяжем по узору. 1, 2, 3 столбик в столбик. Вот. 1, 2, 3. Два, три. И вот так вот, не спеша, мы с вами обвязываем. 1, 2, 3. Весь наш следочек. 1, 2, 3. Такая обвязка всегда хорошо смотрится. Вяжется очень просто, а смотрится красиво. Так, 1, 2, 3. Довязываем. 1, 2, 3. Еще. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Один, два, три. Один, два, три. Вот. И еще один разочек. 1, 2, 3. Ту петельку, из которой мы начинали, мы сюда присоединяем ниточку нашу. Отрезаем ее. Отрезаем чуть больше. Для чего? Для того, чтобы кончик был, там было удобно спрятать. Поворачиваем на изнаночную сторону и ищем плотные такие вот стежки, за которые можно спрятать. Можно вот за шов, который мы с вами организовали, прошили. Проводим в самый прям дальний уголочек, чтобы не видно было. Вот. Прям в самый низ прячем. И получаем вот такой следочек на выходе. Я вязала небольшие слитки, у меня где-то 36 размер. Вот. И вот такой, очень простенький, просто вяжется, хорошо смотрится. Расход пряжи очень небольшой. И вот такие следочки у нас с вами на выходе получаются. Если вам все понравилось, давайте свяжем. Всем приятного просмотра, до новых встреч. Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Для меня это очень важно.